увидеть народные танцы, старинные сувениры и сфотографироваться с медным самоваром. Третий фестиваль землячеств и этнических общин прошел в Северодвинске. Чем богата поморская сторона, выясняла Анастасия Пшеничникова. Это здравница, Кубышка. Здравница, с пожеланиями здоровья. Сейчас, вот говорю, осень. Такая капризная пора, хандра. В фестивале народных землячеств в Поморской стороне живем. Анна принимает участие уже третий раз. Ее родное пинежское землячество в Северодвинске насчитывает уже более 100 человек. Специально для фестиваля женщина своими руками шила куклу. Это невеста в пинежском свадебном наряде. Куклами Анна занимается уже около 20 лет. Много шью костюмированных кукол, обрядовых для воссоздания обряда и всяких куколок, вот таких простых со значением куколок. Фестиваль объединил 8 землячеств и общин. Среди них Лишуконское, Пинежское, Шенкурское, Украинское, землячество Ненецкого автономного округа Тасовей, Казачье еврейское общество, Армянская диаспора. Каждый постарался передать историю своего народа через песни, танцы и прикладное творчество. Здесь национальные костюмы, поделки из дерева и бересты. Даже провели танцевальный марафон. От каждой общины свой народный танец. Кто вяжет, кто вышивает, кто что делает. Мы занимаемся творчеством. И поем вот с девушками, наши тут эти девушки. Все делаем. Молодежь учим. Очень любопытные зрители. То есть очень хотели поучаствовать во многом, активные все. С удовольствием участвовали во всех интерактивных площадках. Смотрели, фотографировали, радовались. Это, конечно, радует, что у нас в городе такие мероприятия проходят. Фестиваль землячеств в нашем городе проходит третий раз. Для желающих познакомиться с различными культурами даже не хватило места в зрительном зале. Все очень нравится. Особенно вот последний номер с этими детишками. Очень хорошо поставлено. Молодцы. Лишуконцы. Вообще очень хорошо. Мне нравится все. Мне понравилось мероприятие «Традиционные русские наряды», а также танцы. Это хороший повод узнать больше о родном крае. Главная цель фестиваля – объединение народов, передача традиций и истории. Этот посвятили Дню народного единства. А вот секреты будущего фестиваля организаторы пока не раскрывают. Он пройдет ровно через год. Анастасия Пшеничникова, Денис Богданов, Вестник Северодвинска.